Chaitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion, chapter 26, Stimulation for Ecstatic Love. And we're on the subheading, Krishna's Devotees. Итак, мы читаем 26 главу Нектара преданности, которая называется «Стимулы экстатической любви». И мы остановились на пункте «Преданные Кришны». So all of these different items, they're all causes for the stimulating ecstatic love in the devotees. И все эти различные вещи, они стимулируют экстатическую любовь в преданных. Go ahead. Человека иногда может охватить радость при одном виде преданного Господа. Когда Друва Махараджа увидел приближавшихся к нему двух посланников Нараяны, он тотчас поднялся им навстречу с искренним почтением и преданностью. Да так и остался стоять перед ними, сложив ладони. Из-за охватившей его экстатической любви он едва мог оказать гостям подобающий прием. Одна гопи как-то обратилась к Субали, другу Кришне, с такими словами. «Дорогой Субала, я знаю, что Кришна – твой друг, и ты всегда наслаждаешься, веселясь и шутя с ним. Как-то я увидела вас вместе. Ты стояла, облокотившись на плечо Кришны, и оба вы радостно улыбались. Когда я издали увидела вас обоих стоящими так, на мои глаза сразу же навернулись слезы». Okay, so the first example of ecstatic love is given with Dhruva Maharaj when he saw two associates of Lord Narayan approaching him. И здесь дан первый пример. Он связан с тем, что Друва Махарадж увидел двух приближавшихся к нему посланников Нараяна. Of course, we would also think must be very wonderful to see associates of Lord Narayan. И, конечно, мы думаем, что должно быть очень удивительно увидеть посланников Господа Нараяны. The associates of Lord Narayan actually come from the spiritual world, so they were coming to take Dhruva Maharaj to the spiritual world. И на самом деле посланники Господа Нараяны приходят из духовного мира, и они пришли, чтобы забрать туда Дхрува Махараджа. So when Dhruva Maharaj saw these devotees, two associates of Lord Narayan approaching him, he stood up out of respect and devotion. И когда Дхрува Махарадж увидел, как к нему приближаются посланники Господа Нараяны, он встал, чтобы поприветствовать их. And he folded his hands before them. And because of his love, he could hardly offer them a proper reception. И он встал перед ними, сложив свои ладони, но так и не смог, не смог оказать им подобающий прием. It's interesting to compare when Lord Balaram came in Naimisharanya in front of the assembly of all the great sages. Rama Harshan remains seated. И есть также интересная история, когда Господь Баларама пришел в собрание на высокой саранге и... Все идет. Дорогие преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. И также и это собрание возглавлял Рама Харшан. Лорд Баларам.
Нет, я имею в виду, что уже всем... Yes, Lord Balaram was on pilgrimage and he came to the holy place, Naimisharanya, and all the sages were seated there hearing Srimad Bhagavatam spoken by Ramaharshan, who was seated on a Vyasasan, seated above everyone. И Господь Баларама отправился в паломничество по святым местам, и он пришел в лес Наймишаранья, где восседали великие мудрецы во главе с Рамахаршами, который сидел на Вьясасане, возвышаясь над всеми остальными. So when Lord Balaram came there, everyone stood up and offered some kind of respect. Or some stood up, some bowed down, but everyone offered some kind of respect except Ramaharshan. И когда Господь Баларама вошел в это собрание, все выразили ему почтение. Кто-то встал, кто-то склонился в поклоне, и это сделали все, кроме Рамахаршины. And Balaram considered the situation. He understood this Рамахаршан was not actually qualified to represent Vyasadev. И Господь Баларама тут же оценил ситуацию и понял, что этот Рамахаршина не достоин быть представителем Вьясадевы. But here we see Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, he's just meeting associates of Lord Narayan. But Dhruva Maharaj is giving respect. Но Dhruva Maharaj в данном примере, он, увидев посланников Господа Нараи, он выразил им уважение. And he's, of course, he's overwhelmed with love. He could hardly give them a proper reception. Но из-за того, что его захлестывала волна любви, он не смог оказать им должного почтения. But still, he stood up and he folded his hands, and in this way he offered respect. Но тем не менее он встал для приветствия и сложил свои ладони, то есть так или иначе он выразил им свое почтение. And then we're given another example. The other example was when it's a statement by a gopi talking to Subal, who is a friend of Krishna. Subala is one of the cowherd boys. И приводится второй пример, где одна из гопи обращается к Субале, который был другом, одним из друзей Кришны. So the gopi said to Subal that I know Krishna is your friend and you always enjoy smiling and joking with him. И гопи сказала Субале: я знаю, что Кришна твой друг, и ты всегда смеешься и шутишь с ним. And the other day I saw you both standing together, and you were keeping your hand on Krishna's shoulder, and both of you were smiling. И она сказала: как-то я увидела вас вместе, и ты стоял, облокотившись на плечо Кришны, и вы оба радостно улыбались. And then the gopi says, when I saw the two of you standing like that in the distance, my eyes at once became flooded with tears. И она сказала также: когда я издали увидела вас обоих стоящими вот так, но мои глаза сразу же навернулись слезы. So she's describing that just by seeing Krishna with Subal, she awakened this ecstatic love. То есть таким образом она показала, что даже просто видя, наблюдая за Кришной, видя его издалека, можно почувствовать экстатическую любовь. And the tears coming in her eyes, flooding her eyes. That was the symptom of her ecstatic love. И таким образом эти слезы, которые навернулись ей на глаза, были симптомом экстатической любви. Go ahead. Следующий стимул — это особые дни, посвященные памятованию о Кришне. В писаниях неоднократно упоминаются праздничные дни, связанные с различными деяниями Кришны. Один из таких дней — Джанмаштами, день рождения Кришны. Джанмаштами – самый большой праздник для преданных, и его до сих пор пышно отмечают в домах индусского населения Индии.
Иногда даже последователи других религий пользуются этим благоприятным случаем и наслаждаются праздником Джанмаштами. Экстатическая любовь к Кришне усиливается и в Экадыши, которые также являются праздничными днями, связанными с Кришной. So, special days for remembering Krishna. And the special day mentioned is Janmashtami. Итак, особые дни, которые посвящены памятованию о Кришне, и здесь особо отмечен день Джанмаштами. Actually, there's many festivals for Krishna, Krishna's different pastimes, different activities. На самом деле есть очень много праздников, которые посвящены деяниям Господа Кришны. Janmashtami means Krishna's birth. That's just one of the festivals, but there's many. И день явления Господа Кришны — это один из праздников, но их существует великое множество. But Janmashtami is considered to be the most opulent day. It's the biggest festival. Но Джанмаштами считается самым благоприятным днем, это самый пышный большой праздник. And of course, it's a holiday in India because India is a Hindu country, so they observe the Hindu festivals, and it's the biggest Hindu festival. И индусы отмечают этот праздник как самый большой праздник в Индии. So Prabhupada says sometimes people who are devotees in other groups, they will also perform this festival. И Шрила Прабхупада также пишет, что не только преданные принимают участие в этом празднике. Even though they may not be very devoted to Krishna, but still they may observe Janmashtami. И даже те, кто не очень предан Кришне, они также соблюдают Джанмаштами. And then Prabhupada mentioned that ecstatic love for Krishna can also come on days like Ekadasi. И также Шрила Прабхупада пишет, что экстатическая любовь к Кришне также усиливается в Экадаши. Because Ekadasi is a day which is very dear to Lord Krishna. Поскольку Экадаши — это день, который очень дорог Господу Кришне. So Ekadasi is twice a month, it's on the 11th day of the moon, so the waxing moon and the waning moon. И Экадаши случаются два раза в месяц, на 11th день растущий и на 11th день убывающий луны. So just yesterday we celebrated Gaurpurnima, the appearance day of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that's also a big festival. И вчера мы отмечали с вами Гаурапурниму, день явления Господа Чайтаньи Махапрабху. Это также очень большой праздник. The Gaurapurnima festival was observed on the same day as another festival, which is called Holi. И Гаурапурнима отмечается в тот же день, когда отмечается праздник Холи. And tradition is people will throw colors on each other. И по традиции люди бросают красками друг друга. So I know over in Vrindavan they observe this Holi throwing colors on each other. They do it for many days. Я знаю, что во Вриндаване этот праздник идет в течение многих дней. In Mayapur they just do it half a day, and that was yesterday on the Gaurapurnima day. А в Майяпуре люди бросают красками друг друга всего лишь полдня, и это было вчера, день Гаурапурнимы. So, there was a very big, very, very big festival here in Mayapur yesterday. Поэтому вчера здесь, в Майяпуре, был очень большой праздник. The temple was completely full, both temples. We have one temple of Panchatattva, and we have the other temple of Radha Madhava, and both sides of the temple were totally packed. И оба наших храма, один храм Панчататва, а другой храм Рады Мадавы, были полностью забиты преданными. And then in the evening, when we had Abhishek first of all in the afternoon, then thousands of people all came to bathe the deities. И Abhishek was in the afternoon, yeah? Yeah. И днем была Абхишека, и в ней приняли участие тысячи человек. And then in the evening there was more
a lot of kirtan and just people everywhere, thousands and thousands of people. И вечером был киртан, и повсюду были тысячи и тысячи людей. So people come for the festival. They remember the holy days. Таким образом люди приходят на праздники, они таким образом помнят святые дни. Not all of them are devotees, but still they somehow come to the temple. И не все они являются преданными, но тем не менее так или иначе они приходят в храм. So that's the benefit of the festival, that it brings in a lot of people who are not even devotees. И это на самом деле благо праздника, что он притягивает множество людей, которые и не являются преданными. They come and hear about Krishna. Они приходят и слушают о Кришне. And they see the devotees, they see the deities, and they get some prasada. Они видят преданных, они видят божества, они получают прасад. So in this way they get some seed of devotion, the devotional service begins. И таким образом они получают семя преданного служения, и с этого преданное служение и начинается. So it's an opportunity for them to come closer to Krishna. И это для них возможность приблизиться к Кришне. Okay, we'll go ahead. Chapter 27, Symptoms of Ecstatic Love. И теперь мы переходим к 27 главе, которая называется «Признаки экстатической любви». Go ahead. Признаки экстатической любви к Кришне, проявляющиеся в теле преданного, называют анубавой. Практическими примерами анубавы являются танец, катание по земле, очень громкое пение, подтягивание, громкий крик, зевота, тяжелое дыхание, пренебрежение присутствием других людей, слюноотделение, бешеный хохот, покачивание головой и отрыжка. Когда преданного переполняет экстатическая любовь, появление таких симптомов приносит ему трансцендентное облегчение. Названные признаки делятся на две группы. Одну называют шитой, а другую кшепаной. Когда преданный зевает, признаки называются шитой, а когда танцует – кшепаной. Okay. So, bodily symptoms manifested by a devotee are signs of ecstatic love for Krishna. И внешнее поведение, внешние какие-то действия, которые совершают преданные, являются признаками экстатической любви к Кришне. But in Sanskrit, the term for these bodily symptoms is anubhava. И эти признаки, телесные признаки, на санскрите называются анубавой. And we're given different examples of how these bodily symptoms are, how they appear in the body. И здесь приводятся примеры, как в теле человека проявляются различные симптомы. For example, dancing and rolling on the ground and singing very loudly. Например, это такие симптомы, как танец или катание по земле, очень громкое пение. Then stretching the body and crying loudly and yawning and breathing very heavily. А также к этим симптомам относятся подтягивание, очень громкий крик, зевота, тяжелое дыхание. Then not caring about the presence of others and then drooling. Drooling means saliva coming from your mouth, and then laughing like a madman, and wheeling the head, turning the head round and round, and then belching. These are all different signs of anubhava. И также этими симптомами являются пренебрежение присутствием других людей, слюноотделение, бешеный хохот, покачивание головой и отрыжка – все это является признаками анубавы. So when all of these, when there's too much ecstatic love, when a person has so much ecstatic love, that all of these bodily symptoms manifest.
And a person will feel, he will feel relief. И когда экстатическая любовь переполняет преданного, то проявление этих симптомов приносит преданному трансцендентное облегчение. These symptoms, the different symptoms are divided into two sections. One is called shita, and the other is called shepana. И эти признаки делятся на две группы. Одну группу называют шита, а другую шепана. So when person yawns, this is shita. И когда, например, человек зевает, это признаки шиты. And when there is dancing, this is shepana. А когда он танцует, это кшепана. So now we're going to hear first about dancing. И сейчас мы прочитаем о танце. For Lord Chaitanya. Видеть прекрасное лицо Кришны. Lord Chaitanya was very fond of dancing. Господу Чайтанье очень нравилось танцевать. Lord Chaitanya was always chanting and dancing, and he would dance with all the devotees. И Господь Чайтанья всегда пел и танцевал, и он танцевал вместе с преданными. When they would have Rathi Yatra, they would divide the kirtaniers. They would divide the kirtan into different groups, and each different village would have their own kirtan party. И во время Радхаятры выделялись различные группы киртаны, и все они отправлялись по разным деревням. Таким образом, в каждой деревне была своя группа киртани. And in each group, someone would be assigned to play the madanga, and some people would be singers, and somebody would be the main dancer. И в каждой группе были люди, которые играли на мриданге, те, кто был главным, те, кто был ведущим киртана, и те, кто были танцорами. So Lord Chaitanya would dance, and he would, Lord Chaitanya would, by his mystic power, he would dance in all the different groups at the same time. И Господь Чайтанья, благодаря своей мистической силе, одновременно танцевал во всех этих группах. We also know Lord Krishna liked to dance, and he would dance Rasa Lila with the gopis. И мы также знаем, что Господь Кришна любит танцевать, и он танцует Раса Лилу вместе с гопи. One of the very special features of Srimati Radharani, which attracted Krishna to her, was the fact that she was a wonderful dancer. И одна из прекрасных черт Шримати Радхарани, которая выделяет ее среди других гопи, это было то, что она была лучшей танцовщицей. So in the spiritual world, there's dancing parties going on all the time. И в духовном мире эти танцевальные танцы идут всегда. Все эти танцевальные праздники, они идут не переставая. And so if you want to go, if you like dancing, then first dance here in the Sankirtan party, and then later go to the spiritual world and dance there with Lord Krishna. И если вы любите танцевать, то прежде всего танцуйте здесь, на киртанах, а потом отправляйтесь в духовный мир и танцуйте вместе с Господом. Go ahead. Танец. Увидев прекрасное лицо Кришны во время его танца Раса с гопи, Господь Шива также пустился в пляс, стуча в свой маленький барабан Дим-Дима. К танцующему в экстазе Господу Шиве присоединился его старший сын Ганеша. So we're given the example that Lord Shiva was watching Lord Krishna dance in the Rasa dance. И здесь приводится пример, как Господь Шива увидел танцующего в Раса танце, в танце Раса Господа Кришну. And when Lord Shiva saw the all attractive face of Lord Krishna,
Lord Shiva was inspired that he also began to dance, and at the same time he would play the drum. He has a very special drum, the dindina. И когда Господь Шива увидел прекрасное лицо Кришны, он сам пустился в пляс, стуча в свой маленький барабан диндима. So when Lord Shiva was dancing in ecstasy, and then his oldest son, Lord Shiva has two sons, Ganesh and Kartikeya. Ganesh is the oldest, so Ganesh also joined and danced with him. И к танцующему в экстазе Господу Шиве присоединился его старший сын Ганеша. У Шивы два сына, Ганеша и Картикея, и вот Ганеша его старший сын. Just like when Lord Chaitanya Mahaprabhu came to Mathura, he came to the, he saw the deity in Mathura, and Lord Chaitanya came in front of the deity, began to dance for the pleasure of the deity. And at the same time he was chanting the holy name, but he was also dancing. И, например, когда Господь Чайтанья прибыл в Матхуру, он начал танцевать перед божествами. Он также пел, но также он и танцевал. So Lord Chaitanya was dancing. While he was dancing, this other brahmana, older man, came and also began to dance with him. И когда Господь Чайтанья танцевал, все эти старые, все эти брахманы, которые были уже в возрасте, они тоже присоединились к его танцу. So it's very nice when you're dancing, if another person comes and also joins with you and dances with you, you can understand the person must have some devotion. И когда вы танцуете и к вам присоединяются другие люди к вашему танцу, это значит, что у того человека, который танцует, у него есть много преданности. Of course, sometimes we get people who are intoxicated and they also want to dance with us. That's not so nice. Конечно, иногда встречаются люди, которые просто находятся под воздействием интоксикации, и они также хотят танцевать вместе с нами, но это не очень хорошо. People going to dance with us, they should not be intoxicated. Люди, которые присоединяются к нам в танце, не должны быть под воздействием интоксикации. And so Lord Chaitanya saw this man dancing with him, and afterwards, after Lord Chaitanya finished the kirtan, then he spoke to the brahmana and he asked him. He said, "Who are you? How is it you're dancing with me?" И когда киртан закончился, Господь Чайтанья подошел к этому брахману и спросил его, как так получилось, что ты начал танцевать вместе со мной. So then the brahmana said, he said that sometime in the past, Madhavendra Puri had come here, and I had taken initiation from him. И брахман сказал, что какое-то время назад Мадхавендра Пури приходил сюда, и я принял у него инициацию. When Lord Chaitanya heard this, then Lord Chaitanya offered obeisances to that man. И когда Господь Чайтанья услышал это, он предложил этому человеку свои поклоны. But when the man saw Lord Chaitanya offer obeisances to him, the man offered obeisances to Lord Chaitanya. Но когда человек увидел Господа Чайтанью, предлагающего ему свои поклоны, он сам склонился перед ним в почтении. The man said to him, he said, "Well, please don't offer obeisances to me. You are a sannyasi, I'm a grihastha. I should offer my obeisances to you. You're senior to me." И этот человек сказал, пожалуйста, не склоняйся передо мной. Ты сannyasi, а я грихастха. Это я должен приносить тебе свои поклоны. But Lord, ты старше меня. Lord Chaitanya said to him, he said, "No, but he said you're the godbrother of my spiritual master, so I respect you as I respect my spiritual master." Но Господь Чайтанья ответил, ты являешься
духовным братом моего духовного учителя, поэтому я выражаю тебе такое же почтение, как своему духовному учителю. Because Lord Chaitanya explained, he said, I'm initiated by Ishvara Puri, and Ishvara Puri, he is also a disciple of Madhavendra Puri. So my spiritual master is your god brother. И я, Господь Читания сказал также, я принял инициацию у Ишвары Пури, который является учеником Мадхавендры Пури, и таким образом ты являешься духовным братом моего духовного учителя. And so when people dance in the kirtan, it's a sign that they're not ordinary people. They have some spiritual consciousness, and that seeing devotees dance inspires them also to dance. И когда человек танцует на киртане, это значит, что у него есть преданность Господу. И когда вы видите преданных, танцующих преданных, воодушевляете других преданных также присоединяться к танцу. Go ahead. Катание по земле. В третьей песне Шримад-Бхагаватам 1.32 Видура спрашивает Удаву: «Дорогой друг, как поживает Акрура? Он не только сведущ в шастрах и безгрешен, но еще и преданный Господа Кришны. Его экстатическая любовь к Кришне так сильна, что я видел, как он, словно безумец, катался в пыли, на которой отпечатались следы Кришны. Подобно этому, одна гопи передала Кришне записку, в которой писала, что от разлуки с ним Радхарани, колдованная ароматом его гирлянды, каталась по земле, отчего на ее нежном теле появились синяки. All right, so the second example is in relation to rolling on the ground. And the example is given in the third canto, first chapter of Srimad Bhagavatam, where Vidura is talking with Uddhava. И следующий признак экстатической любви – это катание по земле. И этот пример приводится в третьей песне Шримад Бхагаватам, в первой ее главе, когда Видура разговаривает с Удавой. Vidura is inquiring about Uddhava. He's inquiring from Uddhava. He said, how is Akrura? He said, Akrura is my dear friend. He's asking, is Akrura in an auspicious condition? И Видура спрашивает Удаву, дорогой друг, а как же поживает Акрура? And he describes Акрура as a learned scholar, and he's without sin. И он говорит об Акруре, что он очень возвышенный ученый, он безгрешен. And he's also a devotee of Lord Krishna. И также он преданный Кришне. And he has so much love for Krishna that Vidura said, I have seen him rolling on the dust of the ground where Krishna's footprints are. И любовь Акруры к Кришне настолько сильна, что я видел, как он словно безумец катался в пыли, на которой отпечатались следы Кришны. So that's a sign that he was really an advanced devotee. He didn't care about his physical condition. He didn't care about getting dirty or anything. He saw Krishna's footprints and he just wanted to roll in the dust. И это был признаком его того, что это был очень возвышенный, преданный. Его не беспокоило то, как он выглядел, не беспокоило то, что его одежда испачкалась. Он, увидев просто следы Кришны, отпечатавшиеся на земле, он начал кататься в пыли. We hesitate to roll on the ground. We think, oh, I've got my good clothes on, my cloth will get all dirty, oh, I might get dust in my body. И мы на самом деле колеблемся, да, когда кататься ли нам по земле или нет, потому что, о, я испачкаю свою одежду, мое тело все будет в пыли. But Akrura, who was a great scholar, a learned scholar, that he didn't care about his bodily condition. He saw Krishna's footprints and he just fell in the ground and rolled in that dust.
Но Акруру это все не волновало, несмотря на то, что он был великим ученым. Как только он увидел отпечатки следов Кришны на земле, он тут же бросился в пыль и начал кататься по земле. So this is a sign of his love for Krishna. Это признак его любви к Кришне. And then the next example is about a gopi who gave a message to Krishna, that Radharani, but he gave a message to Krishna that Radharani was feeling separation from him. И другой пример приводится с гопи, которая передала Кришне записку, в которой писалось, что Радхарани полна чувства разлуки. And because of her separation from Krishna, she was feeling, she was remembering Krishna, and she was holding the flower garland, which the aroma, she was holding Krishna's flower garland, and she was rolling on the ground and injuring her body. Her soft body was getting bruised. Because she was rolling on the ground. И Шримати Радхарани от этого чувства разлуки, она все время думала о Кришне и держала в руках его гирлянду и околдованная ее ароматом каталась по земле, от чего на ее нежном теле появились синяки. So this way Gopi was telling to Krishna that you should go to Radharani and you should try to relieve her from her distress. И таким образом Гопи сказала Кришне, ты должен пойти к Радхарани и освободить ее от ее стресса. She may continue rolling on the ground, she may get injured. She's just a young girl and she could easily get injured. Она, если она продолжит кататься по земле, она может нанести себе раны. Она молодая девушка, и это и ее тело может подвергнуться этому очень легко. So we want to protect Radharani's body. We don't want her to get injured. И мы не хотим, чтобы тело Радхарани пострадало. Мы не хотим, чтобы какие-то раны были на теле Радхарани. All right, the next item is about singing loudly. Следующий признак — это громкое пение. Go ahead. Одна из гопи сообщила Кришне, что когда Шримати Радхарани пела его славу, она заворожила своим пением всех подруг, которые окаменели и не могли шевельнуться. В то же время камни, лежавшие поблизости от экстатической любви, начали плавиться. Однажды Нарада Муни так громко запел мантру Хари Кришна, что все решили, что это явился Господь Нарисимха, и демоны бросились в рассыпную. All right, so singing loudly, a gopi told Krishna that Srimati Radharani was singing about the glories of Krishna. И одна из гопи сообщила Кришне, что когда Шримати Радхарани пела ему славу, она заворожила своим пением всех остальных гопи. So when Radharani was singing all the glories of Krishna, it caused all of her Radharani's gopi friends that they all became like stone and they became dull. И когда она пела, все ее подруги окаменели и не могли шевельнуться. But at the same time, in contrast to what happened to the gopis, the stones began to melt due to ecstatic love. Но в то же время камни, лежавшие поблизости от экстатической любви, начали плавиться. So it's an interesting contrast. The same sound had different effects, that the stones melted, but the gopis, they became like stone. Таким образом, камни стали плавиться, а гопи стали каменеть, превращаться в камни. But in Jagannath, Lord Chaitanya was staying in Jagannath Puri for 18 years. He came back after going around India, and then he stayed in Jagannath Puri.
He was there for 18 years. And at a certain point every year, they do the bathing of Lord Jagannath. И Господь Чайтанья, после того, как он обошел всю Индию, он остался в Джаганнатхапуре, он был там 18 лет, и каждый год он совершал омовение Господу Джаганнатху. And after the bathing of Jagannath, then there's no darshan of Jagannath for 2 weeks. И после омовения Господа Джаганнатхи, Господь Джаганнатх не давал даршан в течение 2 недель. So during that time, Lord Chaitanya would leave Jagannath Puri and he would go to a place which is about 30 kilometers away from Puri, a place called Alalnath. И в это время Господь Чайтанья покидал Пури, и он уходил в место, которое находилось за 30 километров от него, и оно называлось Ална. Lord Chaitanya would go to see the temple of Alalnath. It's actually a Vishnu temple, but it's the deity there is worshipped with Krishna mantras. И он посещал храм, который находился в этом городе, и это был храм Вишну, но мантры, которые читались для этого божества, это были мантры Кришны. Just like Krishna sometimes hides from the gopis, and when he's hiding from the gopis, he'll take the form of Lord Narayan. И, например, как иногда Кришна прятался от гопи, принимая форму Господа Нараяны. So then the gopis will come running and they will see Lord Narayan and they will offer obeisances. And then they will ask Lord Narayan, did you see Krishna anywhere? Did you see where Krishna went? И когда гопи, видя Господа Нараяну, приближались к нему и выражали ему свое почтение, затем спрашивали, ты не видел, куда пошел Кришна? So, Lord Narayan would simply point, oh yes, he went that way, and the gopis would go running and look for Krishna. И Господь Нараян отвечал, да, видел, он туда пошел. And in this way, Krishna would hide from the, he'd trick the gopis. И таким образом, Кришна прятался от гопи, обманывая их. So it's said that this deity at Alalnath, it's a Vishnu deity, in the form of Lord Narayan, and it's said that is the same deity as, it's actually Lord Krishna, because he's worshipped with all Krishna mantras. И это божество Алалны, это божество Вишну, божество Нараяны, но на самом деле это божество Кришны, поскольку ему поклоняется с помощью Кришна мантр. So there's on the floor there at the temple of Alalnath, the floor you can see where the stone melted due to the contact with Lord Chaitanya's body. И в этом храме, на полу этого храма, вы можете увидеть расплавленные камни в тех местах, где Господь Чайтанья ступал на них. Lord Chaitanya would offer his obeisances, and sometimes parts of the floor would just melt. И там, где Господь Чайтанья приносил свои поклоны, пол расплавился. And similarly, in the Govardhan Hill, there are some stones on the Govardhan Hill where Lord Krishna would put his foot, and you can see the footprint in the stone. И подобным же образом на холме Говардхана есть камни, на которые наступал Господь Кришна, и там остались отпечатки его стоп. So we may wonder, how is it possible stone can melt? Yeah, it's possible by the inconceivable potencies of Lord Krishna. И мы можем удивляться, как же камни могут плавиться, но такое действительно возможно благодаря непостижимым энергиям Кришны. And then we're also told that Narada Muni was chanting Hare Krishna mantra, and he chanted it very loudly. И также здесь рассказывается о Нараде Муни, который очень громко запел мантру Hare Krishna. And because Narada Muni was chanting so loudly, other people thought that Lord Nrisimhadev had appeared. И поскольку он пел очень громко, все вокруг решили, что явился Господь Нрисимха. And
thinking that Lord Nrisimhadeva had appeared, all the demons ran away out of fear. И думая так, демоны бросились в рассыпную. The demons are afraid of Lord Nrisimhadeva, but the devotees, they're happy, they rejoice when Lord Nrisimhadeva appears. И все демоны испугались появления Господа Нрисимхадева, а все преданные обрадовались. The people thought, oh, Narada Muni is chanting so loudly, maybe Lord Nrisimhadeva has come. И люди, а люди вокруг думали, что, о, мантра звучит так громко, наверное, пришел Господь Нрисимхадев. When we're in a fearful condition, when we're afraid, in some danger, then we may call out loudly. We may call Hare Krishna, chant very loudly. И когда мы находимся в состоянии страха или в опасной какой-то ситуации, мы можем повторять Хари Кришна очень громко. When we have trouble with our mind, we call out loudly. When the mind gets absorbed in some mundane material thought, we call out loud to Krishna. И когда наш ум погружается в какие-то обыденные материальные мысли, мы также громко воспеваем. And so sometimes when people hear you chant loudly, they think, oh, Lord Nrisimhadeva must have come. И иногда, когда люди слышат громкое воспевание, не думают, о, наверное, пришел Господь Нрисимха. Okay, go ahead. Next item, stretching the body. И следующий признак – это подтягивание. Говорят, что когда Нарада, несущий вину, в великом экстазе вспоминает о Господе Кришне, он иногда подтягивается с такой силой, что его священный шнур рвется. All right, so Narada Muni was given a vina by Lord Krishna. И Господь Кришна дал Нараде Муни вину. Vina is something like the tambura, you know, it's just a string instrument, makes a drone. И вина, она похожа на тампуру, это струнный инструмент. So Narada Muni is famous for carrying the vina, and everywhere he goes, he's chanting the holy name. Usually he will chant the name of Narayan. И Нарада Муни знаменит тем, что он всегда ходит со своей виной. И где бы он ни появлялся, он всегда воспевает имена Господа Нараяны. But Narada Muni is also involved with Lord Krishna and comes in Lord Krishna's pastimes. Но также Нарада Муни, он участвует и в играх Кришны. So it's described here that sometimes when Narada Muni will remember Lord Krishna, he'll feel so much ecstasy that he will stretch his body, and he will stretch his body so much energy that his Brahman thread will break. И здесь рассказывается о том, что когда Нарада вспоминает Господа Кришну, он иногда подтягивается с такой силой, что его брахманический шнур рвется. All right, next item, crying loudly. Следующий признак — громкие крики. Однажды гопи сказала Кришне: «О, сын Нанды Махараджа, звуки твоей флейты вселили в сердце Шримати Радхарани скорбь и страх, и она кричит прерывающимся голосом, как птица Курари». Говорят, что звуки флейты Кришны повергают смятение Господа Шиву, отчего он начинает оглашать воздух такими громкими криками, что демоны терпят поражение, а сердца преданных переполняются радостью. Okay, so we have some examples here about a gopi said to Krishna, she says to Krishna, O son of Nanda Maharaj, the sound of your flute has, because of the sound of your flute, Srimati Radharani has become afraid and she's lamenting. И здесь приводится пример гопи, которая сказала Кришне: «О сын Нанды Махараджа, звуки твоей флейты вселили в сердце Шримати Радхарани скорбь и страх». And even Srimati Radharani is crying like a Kurari bird, and her voice is faltering.
И Шримати Радхарани кричит, как птица Курари, и ее голос прерывается. So this is the effect of the sound of Krishna's flute that awakened this kind of feeling within Shrimati Radharani. И таков эффект звука флейты Кришны, который вызывает в Шримати Радхарани такие чувства. Of course, Krishna plays the flute in a very expert way, and his flute will arouse different feelings, different emotions within the gopis. И, конечно же, Господь Кришна играет на флейте очень совершенным образом, очень квалифицированно, и звуки его флейты вызывают в гопи различные чувства. People carry the flute as if they're Krishna has a flute usually to call the cows, but he will also play the flute to call the gopis. И обычно Кришна использует флейту для того, чтобы созвать коров, но также он использует флейту для того, чтобы призвать гопи. Krishna likes to attract the minds of the gopis. He will call them to come for rasa dance by playing the flute, and the gopis will hear the flute. They'll just drop everything and they'll go running to the forest to find Krishna. И Кришне нравится звать гопи звуками своей флейты, и когда они слышат его, они бросают абсолютно все и бегут к Кришне. But here in this particular case, Shrimati Radharani just heard the flute and she began to cry. В этом примере, который здесь приведен, когда Шримати Радхарани услышала звук флейты Кришны, она начала кричать. And then we hear also Lord Shiva, how the hearing Krishna's flute affected him. И также здесь приводится пример Господа Шивы, как на него влияет звук флейты Кришны. And so Lord Shiva heard Krishna's flute. He was puzzled. And he cried loudly, and he cried into space, and the demons all ran away, they disappeared, and the devotees were overwhelmed with joy. И эти звуки флейты Кришны повергают Господа Шиву в смятение, от чего он начинает оглашать воздух такими громкими криками, что все демоны разбегаются, а преданные переполняются радостью. So we see how someone's a devotee, someone's a demon, and it will be a very different effect. The same thing, the sound of the flute, but it affects the devotee one way, affects the demon the other way. И мы видим, как звуки флейты Кришны по-разному воздействуют на преданных и на демонов. Just like when we go for sankirtan, you get some people, they're very happy, they love the sound of the Hare Krishna mantra, and other people, they hate it, they run away. И, например, вспомните-ка, что когда мы идем, например, на санкиртану, звуки, которые льются, кого-то они очень привлекают, люди становятся очень счастливы, а кто-то, а кому-то они очень не нравятся, и эти люди убегают. Mm-hmm. So everyone has their, you know, some people, they're very attracted, they immediately want to know what is this, they want to find out, they want to get closer to the devotees. It's a sign that they have some attraction for Krishna. И таким образом, люди, которым это нравится, это значит, что это люди, которые хотят быть ближе к преданным, и это признак того, что они хотят быть ближе к Кришне. And other people, they just have no interest, they hate it, they just have no devotion, they're not ready for Krishna consciousness. И есть люди, которые не проявляют к этому никакого интереса, они испытывают ненависть, когда слышат эти звуки, таким образом они не готовы просто принять сознание Кришны. Okay, so we will stop here. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions? Yes, there are some questions in the chat. Елена Дмитриева, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Хари Кришна, дорогие преданные гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотела спросить, вот читала учение Шри Читани к празднику, и получается, Господь Читани был в саньясе.
И ему нравилось, когда другие преданные саньяси были очень простые, вот имели один комплект одежды. А мы отмечаем его явление очень пышным. Получается, Господь Читания очень любит, ну, такие качества, как скромность, отречение, а праздник, наоборот, очень пышный. Вот, может ли Гуру Махарадж разъяснить этот момент? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. There are two questions. The first one is, I read the teachings of Sri Chaitanya for the Gaura Purnima festival, and I realized, I read that Lord Chaitanya, he was a sannyasi, and he liked when other sannyasi devotees, other sannyasis were very simple, and he liked that they had one set of clothes, and we celebrate his appearance very, very magnificently, and it turns out that Lord Chaitanya is very fond of renunciation and. He is just, and the holiday, on the contrary, is very, very big, very magnificent. How to understand this moment? I don't understand. The meaning is, Lord Chaitanya was a sannyasi, and he was very, very renounced, yeah. And he was very, he was very humble. He was modest, and but we celebrate his this festival, Gaura Purnima festival, very like very big. Festival and with big opulence. Uh-huh. And how to understand? He was very renounced, and we celebrate with great opulence. All right. To compare these two things. You have to understand, we worship Lord Chaitanya Mahaprabhu not as a sannyasi. We worship him in his householder lila. Вы должны понять, что мы поклоняемся Господу Читанию не как саньяси, мы поклоняемся Ему как тому, кто совершает лилу грихаски. Lord Chaitanya, you can see the deities they don't have shaved heads, they have hair. We put nice hair on them and we decorate the deities with beautiful clothes and ornaments. As when Lord Chaitanya was in the householder ashram, he also dressed very nicely. И вы видите, что когда мы одеваем божества, мы их украшаем очень великолепно. То есть мы надеваем на них прекрасные одежды и прекрасные украшения. И когда Господь Чайтанья был грихаской, он одевался очень красиво. And even as a sannyasi, the devotees would invite Lord Chaitanya to come to their home for prasadam. They would cook very opulently. They would cook wonderful feasts. You can read about it in the Chaitanya Charitamrita. Would you repeat this once again? When he was a sannyasi? Yes. The mm-hmm. devotees would invite Lord Chaitanya to come mm-hmm. to their home to take prasadam, and they would prepare huge feasts for him. Когда Господь Чайтанья был грихаской, заметьте, что его он не брил свою голову, то есть у него были шикарные волосы, он одевался прекрасно, и даже когда он был саньяси, преданные приглашали его к себе на обед, и они готовили огромные шикарные пиры для него. And Lord Chaitanya would complain and say, oh no, I just want some rice and a little tamarind leaves and or a little green leafy vegetable, but they would say to Lord Chaitanya, come on, every day you eat 56 offerings in Jagannath Puri temple, you're eating 56 offerings a day.
Because they understood Lord Chaitanya is none different from Lord Jagannath. He is Krishna himself. И Господь Чайтанья жаловался, ну зачем, мне достаточно только чашки риса, по несколько листиков тамаринда и какие-то зеленые овощи. Но преданные отвечали, да ладно, ты же каждый день в храме Джаганатха принимаешь 56 подношений. Таким образом, это говорит о том, что... То есть они знали, что Господь Кришна не отличен от Господа Джаганатха. А Господь Чайтанья не отличен от Господа Джаганатха, значит, и от Господа Кришны. And Lord Chaitanya liked to see nice prasadam offered to Krishna. He liked to see an opulent offering to give to the deities. И Господу Чайтанье нравилось, когда Господу Кришне при подношении богатые подношения, богатый прасад, и также... I don't know where you heard Lord Chaitanya only had one set of clothes. Я не знаю, где вы прочитали, что у Господа Чайтанья был один комплект одежды, мне этот момент нигде не встречался. The network is unstable, Tatiana. Yeah, yeah, so, I can hear. So, he's very renounced, but it does not mean that we have to starve him. Although Lord Chaitanya took sannyas, he liked to see nice festivals, he liked to see nice offerings to give to the deities. Guru Maharaj, would you repeat this once again? I didn't hear you. Okay. Although Lord Chaitanya is a sannyasi, it does not mean that we have to starve him. И даже если Господь Чайтанья, он сандьяси, это не значит, что мы должны как-то заставлять его голодать. We want to make a nice offerings for Lord Chaitanya. Lord Chaitanya may eat, he may not, that's up to him. But it's our duty to offer. Мы должны предлагать ему замечательные подношения, и это уже его дело, принимать их или нет, но мы должны их делать. It's very painful for the devotees to see Lord Chaitanya renounce everything. И для преданных очень болезненно видеть, что Господь Чайтанья от всего отказался. The devotees didn't like to see Lord Chaitanya take sannyas. И преданным не нравилось, что Господь Чайтанья принял саньясу. It's just like Krishna leaving Vrindavan, going away from the gopis and going to Mathura. The gopis didn't want Krishna to go. Это подобно тому, как Кришна покинул гопи, ушел из Вриндавана в Матхуру. То есть никто не хотел, чтобы он уходил. And there was a pastime in Jagannath Puri. The one other sannyasi came, Ramachandra Puri, and he came and he saw in Lord Chaitanya's room there were some ants. And he said, oh, you must be keeping sweets here because so many insects are coming. И однажды в Джаганатхапури пришел Рамачандра Пури, он в комнате Господа Чайтанья увидел множество муравьев, и он сказал, его должно быть, ты здесь держишь много сладостей, поскольку здесь только насекомых. And so he said that this Рамачандра Пури said to Lord Chaitanya, he said, I had heard that you Gaudiya Vaishnavas eat too much. Now I can see it's true. И Рамачандра Пури сказал Господу Чайтанье, я слышал, что вы, Гауди Вайшнавы, слишком много едите, и теперь я сам вижу, что это действительно правда. So when the sannyasi said like this to Lord Chaitanya told his servant, from today on, I want you to reduce the prasadam which you offer to me to one-fourth of what you give me. И, услышав эти слова, Господь Чайтанья сказал своему слуге, с этих пор ты будешь приносить мне лишь четверть
того просада, который ты приносил до этого. So it was very painful for all the devotees to see Lord Chaitanya reduce his prasada. И преданным было очень больно видеть, что Господь Чайтанья сократил количество принимаемого просада. The devotees become happy when they see Lord Chaitanya take nice prasada. И преданные становятся счастливыми, когда Господь Чайтанья хорошо кушает. This Рамачандра Пури, he was a nasty person. He had a habit of criticizing everyone. Everywhere he went, he would just be critical. И этот Рамачандра Пури, он был очень неприятным человеком. Куда бы он ни пошел, он везде все и всех критиковал. So that's the nature of fault finders, that they'll criticize. Oh, you eat so much. Oh, so opulent. Oh, why you make such a big thing? No, we do it. We want to let everyone know the glory of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И это такова природа таких дурных людей, которые привыкли все критиковать. О, ты слишком живешь слишком шикарно, ешь слишком много и так далее. Но нет, преданные, они всегда хотят видеть, что Господь Чайтанья хорошо кушает, хорошо одевается. You think we should just offer some little bit rice and dal for Lord Chaitanya because he's a sannyasi? We should starve him? That's not the idea. То есть неправильно думать о том, что если Господь Чайтанья саньяси, то мы должны давать ему всего чуть-чуть риса, там еще чего-то совсем в маленьких порциях. Это не так, это неверно. Шрила Прабхупад taught us to celebrate these festivals in a big way. То есть Шрила Прабхупада говорил нам, что эти праздники мы должны проводить таким широким размахом. When hundreds and thousands of people are coming to see the deities, you think we should only dress a deity with a very simple cloth and a simple flower garland, or should we decorate lavishly? И когда сотни и тысячи преданных приходят, чтобы посмотреть на божества, то есть мы должны понимать, что мы не должны одевать божества в какие-то простые одежды, надевать на них простые гирлянды. То есть мы должны подумать, может быть, их украсить очень роскошно. We want to show everyone how to worship Krishna properly. То есть мы должны всем показать, как правильно поклоняться Кришне. Everything should be offered to Krishna. Все должно предлагаться Кришне. Lord Chaitanya is Krishna, and we don't worship him as a sannyasi. И Господь Чайтанья — это сам Кришна, мы не поклоняемся ему как саньяси. Do you understand? Этот момент понятен, Джим? Да, да, я поняла. Вот когда я говорила про один комплект одежды, я говорила не про Господа Чайтанью, а, по-моему, Санатана Госвами или Рупа Госвами, не помню, когда оставили свой пост и все, как это, отреклись. Вот, и там была такая история, как ему пожертвовали какой-то большой шарф, и Господь Чайтанья говорит: «О, это слишком роскошный для тебя шарф, тебе нужно от него, ну, как это, избавиться». Вот, и типа вот у тебя теперь должно быть все по-простому. Вот я про это имела в виду. Mataji said that she meant the mean that about one set of clothes, that it's not concerning Lord Chaitanya. It was Sanatana Goswami or Rupa Goswami. She's not very clear when he just left his position in government. He was somebody just presented him a big, very opulent scarf, and Lord Chaitanya said that you should not take this present, it's too much for you, you should be more humble, no, do not need such opulent presents.
something like this. Yes, there's an example that Sanatan Goswami, he was given a blanket, and it was an opulent blanket. And when he came to Lord Chaitanya in Benares, Lord Chaitanya saw he was wearing this opulent blanket. So then Sanatan understood it was not appropriate for somebody in the renounced order of life. И да, была такая история, когда Санатана Госвами подарили вот очень роскошное покрывало, и он пришел в этом покрывале Господу Чайтани, и Господь Чайтани на него посмотрел таким образом, что он понял, что ведя отреченный образ жизни, не стоит носить такие вещи. So what had happened that Sanatan went to take bath, and at the bathing ghat, another man was there with a very old blanket. So Sanatan exchanged his nice new blanket, which had been given to him by one of his relatives. He exchanged it with the old man, with the beggar man, and he took his old torn coat. And when Lord Chaitanya saw that, he thought, very nice. И тогда Санатана Госвами, отправившись принимать омовение, увидел также на берегу другого человека, у которого была очень старая накидка, старое покрывало, и он поменял свое покрывало, ему отдал свое новое, то, которое ему подарили родственники, а сам взял его очень старое. И когда Господь Чайтани увидел его в нем, он был очень доволен. So, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, they were Babaji's, which is different from sannyasis. И Санатана Госвами и Рупа Госвами, они были бабаджи, что отличается от саньяси. Бабаджи — это the topmost position in renunciation. И бабаджи занимают самую высокую позицию в плане отречения. So, when a devotee, like a sannyasi, may dress in cloth, he has to dress in order to please the public. It's not just for his own self, but to please the public. То есть, когда преданный одевается, и саньяси одеваются, они должны одеваться таким образом, чтобы окружающие были довольны. Prabhupada explains that when it comes to eating, we eat for our, according to our own self, what we know we like to eat, what we know is good for us, and what we don't want to eat. That's according to our own preference. И Шрила Прабхупада говорил нам, что когда мы вкушаем что-то, мы едим то, что нам нравится. But when it comes to dressing, we have to dress according to the public opinion, what is appropriate, what is pleasing to the public and what is not. Но когда дело касается одежды, мы всегда должны учитывать мнение общества. То есть мы должны одеваться так, как люди считают приличным и достойным в обществе. So traditionally sannyasis would wear only unstitched cloth which had not been sewn. And they would just wrap a cloth around their body. They wouldn't wear kirtars and they wouldn't wear any sewn cloth traditionally. В традиции принято, что саньяси всегда одеваются в одежду, которая не застегивается. But it was Prabhupada's spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, he began to wear sewn cloth. Учитель Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, он начал... what do you mean sewn? Sewn means stitching, stitch cloth, kirtar, you have to sew it, you have to, you know, stitch. Впервые такую одежду, та, которая застегивается, начал носить учитель Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати. Just like you wear a shirt, you have to stitch it, you know, you have to put sleeves on it and things like that. So, but traditionally they wouldn't wear it, they would just take a piece of cloth and wrap it around them. То есть он начал носить рубашки, а традиционно, обычно это был одежда для саньяси, был всего лишь кусок ткани, который оборачивался вокруг тела. But Bhaktisiddhanta Sarasvati was going to meet Western people
And he was going to influence people, big people in the government, and wanted to bring them out to Mayapur, and he wanted to let them know the real birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So he was very careful about how he dressed, because he had to go to meet these people. И Господь, и Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он хотел привлечь очень важных людей, он хотел проповедовать в правительстве, хотел, чтобы эти люди приехали в Майяпур и узнали, где же появился Господь Чайтанья, поэтому он очень серьезно относился к своему внешнему виду. So, Lord Chaitanya, Prabhupada would also dress as a sannyasi, but at the same time, he was conscious that he had to meet important people, and he was the founder of the society, so he had to dress very well, very nicely. In other words, his cloth should be neat, it should be, you know, fresh, it should be clean, it shouldn't be old and ragged. И Шрила Прабхупада даже, он носил одежду саньяси, но несмотря на это, он знал, что он встречается с очень важными людьми, и поэтому он всегда очень тщательно следил за своим внешним видом. То есть его одежда всегда была чистая, очень выглаженная, то есть она не была какой-то старой, запачканной и так далее. Of course, if he was living in Vrindavan and not meeting people and just writing books and like that, then it would be different. Конечно же, когда он жил во Вриндаване и писал книги, и ни с кем не встречался, он выглядел по-другому. Then you don't have to take so much care about your appearance. В таком случае человек не слишком сильно обращает, не должен слишком много уделять внимания своему внешнему виду. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос, Ваша Матрич, пожалуйста. Да. Спасибо большое. И вот второй вопрос по поводу Шакшастаки, что там говорится о Санкиртане. И тут имеется в виду, что именно совместное пение там вот избавляет от жара страданий. Или распространение книг сюда тоже относится? The second question is, the first verse of Shakshashtaka, from the first verse of Shakshashtaka, we just heard about Sankirtan. And does this mean that singing together relieves the heart of suffering? Or does the distribution of books also also applying here. Thank you. Yes, if you distribute books, it will also give you relief from the heart, the misery of the heart. Да, если вы будете распространять книги, это также освободит вас от страданий сердца. Of course, we have to have the appreciation for the book. We have to actually understand and value the content of the book. Но мы, конечно же, должны при этом очень ценить книги. And the more we understand the potent, the more we understand the book and value that knowledge, then the more benefit we will get. И чем больше мы ценим знания, которые дают нам книги, тем больше блага мы получим. Just like chanting the holy name, if we understand more about the holy name, we'll get more benefit. И если воспевая святое имя, мы знаем больше о святом имени, то мы получим больше блага. Now people may come and dance and join the kirtan party and dance in the kirtan party to get benefit. But if they understand more about the holy name and they understand more about principles of bhakti yoga, they'll get more benefit. Да, люди могут приходить и танцевать, но если и они получат от этого благо, но если они при этом знают больше о святом имени и о принципах бхакти йоги, то они получат благо гораздо больше. So it's not just sing and dance and don't know anything,
But you should actually, we should actually understand what's happening, what we're doing, what is the chanting, what is the principle behind all of this. То есть, да, хорошо петь и танцевать, но еще лучше, когда мы понимаем, какие принципы стоят за всем этим, что это, ради чего это. Okay. Next question. Yeah. Ювати Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в сослава Шрили Прабхупаде. Большинство людей приходят в сознание Кришны либо с желанием что-то получить, либо избавиться от страданий. Расскажите, пожалуйста, как изменяется эта мотивация в процессе бхакти, когда человек начинает думать о том, как исполнять желания Кришны, а не свои собственные, и за счет чего происходит такое изменение мотивов служения? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Most of people, they come to Krishna consciousness either with desire to get something or to get rid of suffering. Please explain us how this motivation changes in the process of bhakti. When the person start thinking about how to fulfill the desires of Krishna and not his own, what is the reason for such change in motives in service? Yes, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that there are four kinds of people who will come and surrender to him. And he explains they will come from, like somebody will come in search of wealth, someone will come in distress, someone's out of curiosity, and others come in search of knowledge. И в Бхагавад-гите описывается четыре типа людей, которые приходят в сознание Кришны. Это те люди, которые хотят получить богатство, кто хочет избежать страданий, кто любопытен, и те, кто ищет знания. So everyone who comes to Krishna consciousness initially has some kind of motive like that. It's expected. И, конечно же, в самом начале, кто приходит в сознание Кришны, он обладает каким-то мотивом, это ожидается. And Lord Krishna explains that all of these people, the four kinds of people, they're all pious people. They've come to Krishna, so it indicates they're very pious. И Господь Кришна говорит, что все эти люди являются очень благочестивыми, поскольку они обращаются к Кришне. And then Lord Krishna goes on to explain who is the best of those four people. And he said the best of those four people is the one who comes in search of knowledge. И затем Господь Кришна объясняет, кто является лучшим из этих категорий людей. И он говорит, что это те, которые приходят в поисках знаний. So what makes the difference that one comes in the beginning for some material purpose and then later on they become less interested in the material and more interested in the spiritual is that the change comes about as they hear about Krishna, they hear about the process of Krishna consciousness. И как же происходят изменения в этой мотивации, когда человек приходит больше с материальным мотивом, а потом он больше хочет служить Кришне, это происходит в процесс по мере того, как он больше слушает о Кришне. By hearing about Krishna, gradually the consciousness is purified. We become more attached to Krishna and less attached to the material. И по мере того, как мы больше слушаем о Кришне, наше сознание очищается, и мы меньше становимся привязанными к материальным вещам и больше привязываемся к духовным. And so initially people come, they're looking for something material. But if they may get their material desires fulfilled, but if they have proper knowledge, they will remain in Krishna consciousness. If they don't have proper knowledge, then they may go away from Krishna because their material desires have been satisfied.
И таким образом, если люди приходят с мотивом удовлетворить свои материальные желания, если они удовлетворяются в сознании Кришны, то, может быть, два исхода. Они либо понимают, что все это не так важно и остаются в сознании Кришны, либо, просто удовлетворяя свою эту потребность, они уходят из сознания Кришны. Just like somebody in the beginning, they may have many questions, they're very curious, they want to know this, they want to know that, and they have many questions, but then after a while, then somehow they just don't have any more questions and they don't come anymore. Например, в самом начале кто-то может испытывать очень большое любопытство и задавать очень много вопросов, но с течением времени эти вопросы исчерпываются, и ему уже становится неинтересно, и он не приходит. And someone else may have, they may have no job, they may have no work, no money, and they come to Krishna consciousness in order just to get food or shelter. Или, например, у кого-то нет работы, да, он потерял работу, нет денег, нет еды, он приходит в сознание Кришны просто, чтобы получить прибежище и поесть. But then in the course of doing service for Krishna, someone may come along and offer them a job. And then they think, oh, they have a job, they may give up Krishna consciousness and go away. Но по мере того, как человек продолжает служить, кто-то может, допустим, в это время предложить ему работу, и он скажет, и он подумает, о, отлично, и может оставить сознание Кришны. And someone else comes to Krishna consciousness in distress, which is the most common reason why people come to Krishna consciousness, that we're in some distress. For example, you know, maybe young man or young woman, they had a relationship with someone and then they break up, and then so they're very affected, they feel very much disturbed and distressed, and they come to Krishna. И самая распространенная причина, почему люди приходят к Кришне, они приходят из-за своих страданий. И, например, то есть это могут быть такие случаи, как, например, кто-то расстается со своим любимым, да, с девушкой или с парнем, и они при этом чувствуют очень сильный стресс, сильные большие страдания, и они приходят в сознание Кришны, чтобы избавиться от них. Well, there was one morning, I was in USA at the time, I remember, and this one young man came by and he was very distressed, and he saw us there. We were outside chanting in the early morning, and he saw us and he began to talk to us, and he told us how he just had a big fight with his girlfriend, and his girlfriend had kicked him out and didn't want to be with him anymore, and rejected him, and he was feeling very distressed. And so we talked to him and we got him to chant and we brought him to the temple, and he took an interest in Krishna consciousness for some time, but then after some time he left because he found another friend. И я помню эту историю, когда я еще я был в США в то время, и мы вышли на Санкиртану, и к нам подошел один молодой человек, он выглядел очень расстроенным. Когда мы спросили его, он рассказал нам, что он очень сильно поссорился со своей девушкой, и она отвергла его и, собственно, выставила его. Вот, и это его очень огорчило. Мы позвали этого молодого человека в храм, рассказали о том, как кушать прасад, дали Хари Кришна мантру. Какое-то время он оставался в храме и проявлял к этому какой-то интерес, но потом он исчез. То есть у него появилась новая подруга, и он потерял интерес ко всему этому. But if somebody has proper knowledge, if they hear the knowledge, that philosophy, if they understand it and think about it deeply, they'll appreciate it, then they won't go away from Krishna consciousness. Но если у человека есть знания, он ценит эти знания, и он идет глубже в эти знания, то он не уйдет из сознания Кришны. So it's all based on this hearing, how much you hear. And then you hear, you don't just hear only, but you should also apply, you should practice what you hear. То есть все зависит от слушания, но вы должны не только слушать, но и применять услышанные знания. So the association is very important. Поэтому так важно общение. All right.
Next question? Yeah. И следующий вопрос, пожалуйста, Валентина Матвеевна, ваш. Кажется, преданный Валентин Пагуна, пожалуйста. Гуру Махарадж, я хотела предложить вам сад от Божественной милости и светлости. Он Дарьянила вам передает. Hare Krishna, Guru Maharaj, and all the devotees, please accept my humble obeisances. By the grace of the Lord and your grace and the grace of the devotees, I just managed to serve in the festival, in the temple, and stay there overnight. And today, with no rice, with just full just immersion in the service of Krishna and Guru is just and my heart is very happy to have this opportunity. And Матаджи, что это за цветы? Подскажите, пожалуйста. Не знаю, где розы тут. Нет, откуда? То есть это от божеств храмовых, да? Я в храме в Хабаровске. Божественной милости с алтаря, вот, ну, попросят. Ага. Ударья Дила передает тоже Гуру Махарадж. Ага. And these flowers is for you, Guru Maharaj. It's from temple, Khabarovsk temple, from the deities, с Махапрасадом. And Ударья Дила and Valentina Mataji just presenting these flowers to you. Oh, thank you very much. Very nice. Спасибо, очень красивые цветы. Ваша милость. Я хотела задать вопрос. По вашей милости, по милости преданных, мне получилось послужить вчера на празднике. Это просто замечательно так до сих пор. Просто вот такое счастье. И сегодня тоже получилось остаться ночевать. И сегодня праздник, фестиваль, да? Джаганиша Миши. И вот есть разные мнения, праздновать его или нет. Как вы празднуете в Майпуре, пожалуйста, расскажите, Хари Кришна. I served yesterday on this festival, and I stay over for the whole night in the temple in Khabarovsk, and today we just celebrate this festival, Jagannath Mishra festival. And some people say that it's not very important festival. So question is, how do you celebrate this festival, or do you celebrate it at all in Mayapur? Yeah, today the festival is Jagannath Mishra's feast. Yes, there should be a feast in honor of Sachi Mata giving birth to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So when the wife gives birth to a child, then the husband's very happy, and he makes a feast for all his friends and invites everyone to come and have nice prasadam. The idea is that everyone will bless the child and will bless the couple. Да, действительно, такой праздник мы отмечаем. Это очень большой. В этот день устраивается очень большой пир, и смысл в том, что этот фестиваль, который, этот праздник, который проводит Джаганатха Мишра, он проводится в честь матери Шачи, которая в этот день родила Господу Чайтанью, и Джаганатха Мишра, как ее муж, пригласил в дом всех своих друзей, чтобы накормить их таким великолепным пиром. Устроила для них замечательный пир, чтобы с тем, чтобы все они дали свои благословения ребенку и супружеской паре. So the festival is actually 3 days. The first day, the day before Gaur Purnima, in the evening, we perform the Adivas ceremony, which is the preparation for the next day. И на самом деле этот праздник длится 3 дня, и он начинается в день накануне Гору Парнима, который называется, и там проводится церемония Дивас. At that time they offer different articles to the deities. И в это время божествам совершаются различные подношения. And then the next day it's observed
you know, glorifying the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the philosophy of Krishna consciousness, and speaking about Chaitanya Leela and different katha, and we have a lot of kirtan, and we fast the whole day until the evening, and then in the evening, well, in the afternoon, we did also abhishek for the deities of Gaudiya, and then in the evening, breakfast, have a nice feast. И на следующий день происходит праздник Гору Пурнима, когда явился Господь Чайтанья. В этот день мы все постимся, и мы проводим большую абхишеку, и вечером проводим киртан, прерываем пост, и у нас очень такой большой пир. But last night we just simply took Ekadasi feast, so it was not with grains, it was a Ekadasi feast. So today is the actual. Но этот пир, это экадешный пир, то есть здесь не вкушаются какие-либо зернобобовые. And today is the actual feast of Jagannath Mishra, and there will be a full feast served at lunchtime. И в обед, на следующий день, проводится фестиваль Джаганнатха Мишры, когда устраивается очень большой-большой пир. Yeah, there should be a very nice opulent offering made to the deities. Божествам должны быть сделаны очень такие богатые подношения. And that completes the festival. И этот день — это завершение фестиваля. So yes, it's important. Everybody observes that, that the next day you have to have the feast. Just like on Janmashtami, we fast at midnight and break fast at midnight with the Ekadasi Prasadam, but then the next day there should be a big feast. Да, это подобно тому, как мы делаем на Джанмаштами. То есть мы постимся до полуночи и затем принимаем Экадашный Прасад, а на следующий день проводится такой шикарный пир. So, the next day that's called Nanda Mahotsav, Nanda Maharaj Mahotsava, because Mother Yashoda gave birth to a child, so Nanda Maharaj is very happy. So he is a feast for everyone. So today it's Jagannath Mishra who is very happy because Sanchi Mata has delivered a son, and there's a big feast in honor. Подобно тому, как после, на следующий день после Джанмаштами проводится большой пир, это называется Нанда Махотсава, Нанда Махарадж Махотсава, когда Нанда Махарадж очень счастлив от того, что он, что у него родился сын, и таким образом он устраивает это великое празднество. Точно так же сегодня праздник, который устраивает Джаганнатха Мишра, поскольку он очень счастлив от того, что его жена родила ему сына. Okay, yes. Next question? Yes. Следующий вопрос, Александр, пожалуйста. Хари Кришна, ваш вещи, пожалуйста, примите поклон. Пожалуйста, первый вопрос. Почему преданные огорчились, что Господь Чайтанья стал меньше принимать прасада? Ведь он же, ну, как Господь, он же, наверное, не похудел, то есть настроение его не ухудшилось, и здоровье не ухудшилось. То есть из-за чего они огорчились? И второй вопрос. Можно по очереди? Ну, я потом тогда задам. Hare Krishna, Your Holiness, and the question is, why devotees were upset when the Lord Chaitanya reduced his prasadam? Because they like to see Lord Chaitanya relish prasadam. They take pleasure. And just like if you cook for someone and they don't eat very much, then you think, oh, my cooking is not very good. You won't feel very happy. Потому что им нравилось, когда Господь Чайтанья наслаждается прасадом. Это подобно тому, как мы приготовили, наготовили всего, а кто-то не притронулся или съел очень мало, и вы расстраиваетесь, о, наверное, я невкусно приготовил. But if somebody comes and they eat prasadam and they like your prasadam, they say, oh, you cook very nice, you'll feel very good.
Но когда приходит кто-то и говорит, о, какой вкусный, вкушает ваш просад, и говорит, ой, как вкусно все приготовлено, то вы счастливы, вы чувствуете себя хорошо. So Lord Chaitanya told his servant, don't bring me so much prasadam, reduce the prasadam to 1/4 of what you usually bring. И, ну, Господь Читания сказал своему слуге урезать его просад на до 1/4. So the devotees felt very pained in their heart that, oh, unnecessarily Lord Chaitanya is doing this. И поэтому преданные чувствовали себя от этого очень расстроенными, потому что они чувствовали, что Господь Читания, ну, вот этот вот это действие, оно было не излишним, неоправданным, необоснованным. Yeah, Lord Chaitanya was doing like that just so long as that Ramachandra Puri was there, because he was so critical, he was such a fault finder. So people who are addicted to fault finding, it's they're not nice people. И Господь Читания сделал только из-за того, что сказал Рамачандра Пури, из-за того, что он начал критиковать. Но люди, которые занимаются критикой, ищут недостатки в других людях, они это не очень хорошие люди. That's a neophyte tendency to criticize people, to criticize others. И это на самом деле тенденция неофитов критиковать других. This Ramachandra Puri was so critical, he even criticized his own guru. И Рамачандра Пури был настолько критиковал всех, что даже дошло до того, что он критиковал даже своего гуру. His guru was leaving the body, and he was feeling separation from Lord Krishna, and he was lamenting in separation from Krishna. And Ramachandra Puri told him, oh, don't lament, you should rejoice in the Brahman. И когда его духовный учитель оставлял тело, он очень скорбел о том, что он разлучается с Господом Чайтани. И Рамачандра Пури сказал ему, не скорбите, дорогой учитель, вы лучше наслаждайтесь тем, что вы сольетесь с Браманом. So his guru was far, far above some impersonalists. He was not some impersonalist. Impersonalists, they think about the Brahman, the happiness of becoming one. But his guru was a devotee. He was on the very highest level of Krishna consciousness. И его гуру не был имперсоналистом, да, который стремятся к тому, чтобы слиться с Браманом. Он был очень великим преданным, находился на очень высоком уровне. But his disciple could not understand. Но его ученик не смог понять этого. Okay. И второй вопрос, Прабху. Второй вопрос. Я читал воспоминания учеников Прабхупады, ну и видео тоже смотрел. Очень много учеников говорили вот о каких-то там возвышенных эмоциях, которые проявлял Прабхупада. И был ли вот у вашего святейшества опыт тоже это видеть? And the second question is, I've just heard many memory stories about Srila Prabhupada from his disciples, and saw a lot of videos on this topic. And the question is about just, and they said about when Srila Prabhupada just explained highest emotions. And did you see such emotions in Srila Prabhupada yourself? No. No, I didn't see. Нет, я не видел такого. Because I'm on the lowest level of Krishna consciousness, so I cannot understand these transcendental symptoms.
поскольку я нахожусь на самом низшем уровне сознания Кришны, я не мог увидеть вот эти трансцендентные признаки. I was a very new devotee. Prabhupada was a very elevated devotee. И я был тогда очень, я был новичком в то время, а Шрила Прабхупада был очень возвышенной личностью. If Prabhupada did display such symptoms, I would not be able to understand. И если Шрила Прабхупада и проявлял такие такого рода симптомы, я не был способен их понять. Prabhupada came to preach. If there was ecstatic symptoms, he would suppress it. He wouldn't want to exhibit it in front of all of us because we were so neophytes, so new devotees. Prabhupada came to teach us. И Шрила Прабхупада приехал для того, чтобы проповедовать нам, для того, чтобы учить нас. И если даже у него и были какие-то экстатические симптомы, проявлялись, то он очень тщательно скрывал их. Он не хотел, чтобы мы, новички, как-то их видели. Ecstatic symptoms are not for public display. И симптомы экстаза, они не для публики. Okay, go ahead. Следующий вопрос. Есть еще вопросы, дорогие преданные? Хари Кришна, мои поклоны. Татьяна, прошу прощения, я дописываю изо всех сил вопрос. Сейчас я скину, который есть. Я пока подредактирую там на первый вопрос. Можно будет попробовать. Да, пожалуйста, задавайте мне, Татьяна. Хари Кришна, ваши встречи, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Говорится, что в Векале имеет значение только одно жертвоприношение – воспевание святых имен. Получается, что остальные яги не работают? И второй вопрос я сейчас допечатаю. Hare Krishna, Your Holiness, and the devotees, please accept my humble obeisances. It's said that in the age of Kali, only one sacrifice is important. It is the chanting of holy names. It turns there out that other yagyas don't work, isn't it? Well, other yagyas, for example, fire sacrifice, the Vedic mantras are not properly pronounced. There's no qualified brahmanas to properly recite the Vedic mantras. That's one problem. И одна проблема из проблем состоит в том, что на огненных жертвоприношениях, то есть должны читаться мантры, но сейчас нет квалифицированных брахманов, чтобы произносить эти мантры правильным образом. And to perform also Vedic yagyas, you need a lot of wealth, you need great wealth. Even Pandavas, when they did yagyas, they had to go and collect wealth all over the planet. И еще один момент, связанный с ягьями, это то, что когда вы проводите огненное жертвоприношение, необходимо очень много богатств для этого, да, то есть очень много ресурсов. И даже когда Пандавы, например, совершали огненное жертвоприношение, они собирали это богатство по всему миру. Meditation, you have to do meditation for a very long time. Thousands of years, we don't live long enough. И для того, чтобы совершать такие жертвоприношения, допустим, то, что касается медитации, да, чтобы ее совершать, для этого необходимы тысячи лет. Но мы так долго не живем. Temple worship is also difficult for us in the Kali Yuga. И в Кали-Югу нам также очень сложно поклоняться божествам. We try to do some temple worship, but we do very basic temple worship. Мы пытаемся поклоняться храмовым божествам, но на самом деле наш тип поклонения, он очень такой базовый. It's very difficult. Many places, parts of the world, we have no deities. You cannot get all the paraphernalia to do deity worship. Makes it very difficult. То есть во многих частях мира, например, либо нету божеств, либо нету достаточных парфенарий для того, чтобы им поклоняться. But chanting the holy name can be done anywhere, anytime. Но воспевание святого имени, оно доступно везде и в любое время. В
So chanting the holy name is a universal process for everyone, anywhere, anytime. И на самом деле, поспевание святого имени — это очень универсальный процесс для всех в любое время и в любом месте. Okay, yeah? Next question. И следующий вопрос, пожалуйста. Простите, пожалуйста, кнопки застревают. И второй вопрос. Вчера на празднике преданно затронут такой вопрос, что человек, развиваясь, будет проходить другие этапы, например, буддизм, другие направления, и все это будет приближать человека к бхакти. Ну вот почему-то это вызвало у меня такое непринятие. Ну это там такая у нас была дискуссия. Как относиться к другим направлениям развития человека правильно, да, чтобы не было спекуляций? И вообще должны ли мы их вообще как-то рассматривать, как... Мы не эксперты в этих вопросах. То есть вопрос в том, что развиваясь в сознании Кришны, он будет проходить другие этапы, или что тут имеется в виду? Вообще, смотрите, какой был вопрос. Я задала такой, скажем так, в обсуждениях, да, после лекции, я затронула такую тему, что та ягья, которой мы занимаемся, да, то есть воспевание святых имен, она только она и работает в Кали-йогу. И тут у меня появились оппозиционеры, которые сказали, а как же другие направления? Они тоже работают. Вот, например, работает буддизм. Я не знаю, как это увязать, да, но в том смысле, что мне прям как-то вот, ну, было резонно. И буддизм приближает человека к бхакти тоже, да, получается? Да, что-то такое, и буддизм, и всякие этапы саморазвития, знаете, там, ну, там, эзотерика, например, она тоже приближает человека к бхакти. Как-то мне это вот не увязалось в голове, я не могу понять, как это связать, и почему я сопротивляюсь этому утверждению. Харе Кришна. The question is, yesterday the festival of the devotees just talk about this the topic that a person when he is just developing he can go through different stages. It may be not only just Krishna consciousness, it may be, for example, Buddhism or other directions, and all these things will bring a person closer to bhakti. And for some reason, these statements, they just caused me rejection. How to treat to other areas of human development so that there is no... in case there is no any speculation on this topic. Well, if people go into other things, that it may take them a long time to come to Krishna consciousness. You may say, oh, so going into other things is it's coming, they're going to come gradually to Krishna consciousness, but you may be talking about future lifetimes. It may take many lifetimes before they ever come to Krishna consciousness. And there's no guarantee. People go into other things. You don't know what's going to happen to them. It's difficult to say. You cannot expect that everyone's going to come to Krishna consciousness. Not to Krishna consciousness, to bhakti, to Mataji says, just a person will be closer to bhakti for just if we, for example, accept Buddhism or something else, or maybe some esotericism, something like this. Well, occult things. There's no guarantee. Or self-realization, something like this. Well, there's no guarantee of this. То есть нет никакой гарантии того, что человек, занимаясь какими-то другими вещами, он в конце жизни вернется к Богу. То есть это может занять очень большой промежуток времени, несколько жизней. We may say, well, they're on the spiritual path, or they've begun the spiritual path. But it doesn't mean that they're going to come to bhakti. И мы можем сказать, что эти люди находятся на духовном пути, но это не значит, что еще что они придут в бхакти. It's certainly, I think that's a speculation to think like that. Я думаю, что это спекуляция думать таким образом. You go in,
you become, you may take up Buddhism, or you may take up some meditation process, or Kundalini yoga, or something like that. But it doesn't mean that they're going to come to bhakti. You don't know what's going to happen. То есть, если вы примете, например, буддизм, или будете заниматься медитацией, или кундалини-йогой, то есть вы не знаете, какого будет результат, это еще не значит, что вы придете к бхакти. Of course, we encourage people try to follow the principles of spiritual life, just like we have in Krishna consciousness for regulations. So if people begin to follow some religious principles like cleanliness or mercy or austerity, truthfulness, then that's a positive sign. И мы воодушевляем людей идти по пути сознания Кришны, придерживаться четырех регулирующих принципов и идти по пути чистоты, милосердия и правдивости, аскетизма. And of course, we see there's a lot of people into veganism now. They're vegans, they're a vegetarian, but I don't see any bhakti in them. И сейчас мы видим, что много людей становятся веганами, да, то есть автоматически они являются вегетарианцами, но я при этом не видел хоть ни капли бхакти в них. They have some feelings for the animals. They care about the animals. They're caring about cows and so on. That's nice, but I don't know. I don't see any of them coming to Krishna consciousness. Да, хорошо, что у них есть чувства какие-то к животным, что они хорошо относятся к коровам и все прочее, но я не видел никого, чтобы кто-то из них пришел в сознание Кришны. Anyway, it's something you've been discussing. I don't know. I didn't hear all the discussion. I don't want to make any more comments on this. В любом случае, я не слышал вашей дискуссии, поэтому то, о чем вы разговаривали конкретно, мне непонятно, поэтому я больше не буду комментировать все эти вещи. Yeah, it's very nice if people do come to bhakti. We're happy, of course. Это очень хорошо, что если люди приходят к бхакти, это очень это нас радует. But I don't know. It's a wish. I don't know. Но я не знаю, это, конечно, желательно. Это желание. Okay. Есть ли еще какие-то вопросы, дорогие преданные? Можно это уточнить, Матч Татьяна? Угу. Вот получается, что я хотела прославить святое имя и важность именно этой яги, да, в то время, в котором мы сейчас живем. А получилось так, что мы пустились в рассуждение о том, что человек может идти другими путями к развитию. Вот правильно ли, правильно ли я понимаю, что нам вообще не нужно пускаться в эти рассуждения? Зачем нам вообще выяснять, пытаться догадываться, как люди должны развиваться, там, что они могут идти разными путями. Мы должны сосредоточиться на своем служении и на воспевании. Вот у меня такое получается возмущение внутри было. Правильно ли я понимаю, что не нужно это комментировать вообще сейчас? Зачем? Am I understand correctly that in this age we should concentrate on on chanting of holy names and chanting and concentrate on service to Krishna and just don't talk about all this nonsense about different things as Buddhism or occult things or something else, just useless. Yes, you're right. That's it. Можно спросить? Да, прям. А вот то, что какие-то из учеников могли видеть какие-то переживания Прабхупады, это получается его милость, что он захотел им это все явить, и поэтому они это увидели, да?
the question is, does it mean that some of the disciples of Srila Prabhupada, they could see his emotional experiences, just feel his feelings, his emotions? Does it mean that it was the mercy of Srila Prabhupada? No. Yep. Prabhupada didn't do these things just to give mercy. Would you repeat please once again? I don't think Prabhupada was in some emotional ecstasy. He wasn't doing it just as a show to teach devotees. Я не думаю, что Шрила Прабхупада, когда был в каком-то эмоциональном экстазе, делал это ради того, чтобы научить чему-то преданных. But it's the arrangement of Krishna. Это, ну, скажем так, это было устроено Кришной. Next question? Yeah. Анастасия Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Я вот слышала фразу, что наши взаимоотношения с близкими и вообще с другими людьми, это наши взаимоотношения с Богом. Так ли это? Верно ли это утверждение? Hare Krishna, Your Holiness, please accept my humble obeisances. The question is, I've heard that our relationships with those who are close to us is our relationships with God. Is it true or not? I never heard it before. Я об этом никогда не слышал. Do you think everyone who's close to you is representing Krishna? Вы думаете, что каждый, кто очень близок к вам, представляет Кришну, представитель Кришны? They are a tiny part of Krishna, but you cannot think that they are a substitute for Krishna. И все эти люди, они очень маленькие, они частички Кришны, но вы не должны думать, что они могут заменить Кришну. If they're not devotees, then how do they represent God? Если они не являются преданными, то как они могут представлять Бога? Yes. I think you're being sentimental. Я думаю, что вы, ну, чувствительны, просто сентиментальны в этом вопросе. А можно уточнить этот вопрос? Да, Прабху. Я просто слышал немножко по-другому вот трактовку, что так как вот мы общаемся со своими близкими, то такой уровень нашего сознания, ну и как бы... что это показатель того, насколько уровень нашего сознания, что можно поэтому характеризовать, что вот, ну, примерно с таким же сознанием мы и к Богу как бы подходим. Можно ли это так понять? Да. Mm-hmm. Да-да-да, я вот это тоже имела в виду, может, не так немножко выразилась. Александр пропустил just... ask on this topic, and I've heard that that we can understand how we concern about God, how we just think about Him on our type of relationships with our with those who are close to us. So how we just act with them, or how we just what relationships we have with them, it will indicate the level of our consciousness. And so according to this, we can understand how we can just
how we can be, what kind of devotees we could be, what kind of level of devotion we have to God. Well, it depends if your friends are devotees or not. If they're not devotees, it doesn't have any connection to God. It's not just because about friends or not, it's just on our, how we just deal with them, how we can just associate with them, our mode or our just consciousness. When we associate with all these people, it indicates our consciousness about God. All right, if you associate with them in God consciousness, then you'll associate them in the Krishna conscious manner. You'll give them prasadam, you'll talk about Krishna, they'll be chanting of the holy names. You have to have that. There has to be Krishna in the center. То есть, когда вы общаетесь со всеми этими людьми, у вас должен быть Кришна в центре. То есть, вы должны говорить о Кришне, угощать их прасадам, тогда это будет как-то, ваше сознание будет подниматься на этот уровень. It's not you just associate with people and you have a nice time and we're friends and we, you know, we love each other and we have a good time and we talk about everything and nothing about Krishna, but talk about everything else, about the family and about the world and the politics and everything. And you think, oh, we're very close to each other. That's nonsense. Ну, это не значит, что, допустим, вы очень близки к своим друзьям, да, вы весело проводите время, обсуждаете там политику или еще какой-то ерунде говорите, да, это не значит, что это делает вас как-то ближе к Богу. Ну, вот знаете еще, вот как можно... Вот, допустим, я общаюсь со своей мамой, да, и у меня возникают, ну, вот, негативные чувства. Но вот при общении с каким-то другим человеком у меня возникают более положительные чувства. И вот как себя оценить в этой ситуации? То есть, ну, как это объяснить? Что значит оценить? Ну, не оценить, а вот это понимание своего уровня, что ли. Ну, то есть ты еще далек от Бога, потому что у тебя возникают негативные ощущения. Сознание Кришны, вот. Да, грубо говоря, далек от сознания. Да, 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 ты далек от сознания Кришны, потому что у тебя возникают вот эти негативные чувства. For example, I just, when I associate with my mother, I have negative feelings. And when I associate, for example, with other people, I have positive feelings. And does it mean that I don't have a good level of Krishna consciousness because I have these negative feelings for someone? Well, I don't know what you mean. What are your, I don't know how you're behaving with them. I don't know what you're doing. Are you acting in a Krishna conscious way? Are you talking about Krishna? То есть я же не знаю, как вы с ними взаимодействуете. Взаимодействуете ли вы с ними как бы в манере сознания Кришны? То есть ставите ли вы Кришну в центр, говорите ли вы им о Кришне? Your positive and negative feelings may both be material, may both be on the bodily platform. То есть ваши как позитивные, так и негативные чувства, они все могут, и то, и другое может быть на материальном уровне. You have to come to the transcendental platform. You have to become Krishna conscious. It means we speak about Krishna, we talk about Krishna. It's not a question of your feelings. You think this is good, this is bad. This is the mind. This is just a material platform. То есть это не вопрос того, как вы должны себя чувствуете, хорошо или плохо. Это все, ну, платформа ума. Вы должны в трансцендентный уровень, это когда вы говорите о Кришне. You have to transcend the mind and come to the spiritual platform. There must be Krishna conscious. Вы должны изменить свой ум, как бы трансформировать его и выйти на трансцендентный уровень, на уровень сознания Кришны.
We don't care about your mind, what you think is positive and what you think is negative. That can change every day. То есть не зацикливайтесь на своем уме, что там, что он думает, это позитивно, это негативно. Эти вещи, они каждый день меняются. And the question, one more question from Yuvati Matash. Does it mean that it's not a criteria for just evaluating development in devotional service, communication with loved ones, and etc.? Sorry, I don't. When so we cannot just understand. If we associate with our loved ones on positive way or negative way, it's not a criteria of our just of our level in Krishna consciousness. Yes, right. It's not. То есть то, как мы общаемся с нашими близкими, не является критерием, а показателем нашего уровня в сознании Кришны. So our relationship may be negative, but our level may be just very high. For example, not very high, but something like that. Well, you have to be very careful how you associate with people and who you associate with. Generally, we want to associate with devotees. If people are not devotees, and they don't have interest in Krishna consciousness, then we're not going to get any benefit from their association. То есть мы должны очень тщательно подходить к тому, с кем мы общаемся. Если люди не находятся в сознании Кришны, то мы не получим от общения с ними какого-то большого блага. Hare Krishna. Благодарю Гуру Махарадж. Thank you very much. Важный вопрос был для меня. Нужно было разобраться. Thank you very much. Now I understand. Okay. Харе Кришна, можно сказать? Да, Матаджи Ранге. Ну вот, например, я в своей практике, да, когда к родителям негативное такое отношение, восприятие что-то возникало, то я себе сказала, они такие же люди, как и все остальные, но они преданные, да, и они имеют быть право такими, какими они есть. Поэтому, ну, претензии я не буду предъявлять больше к родителям, там, например, к близким, чем отношусь более позитивно к другим людям, тоже непреданным. И мне стало гораздо, ну, просто ушел такой большой негатив. Я просто для себя приняла, что да, могут быть непреданные, могут быть такими. Они имеют право быть такими хочешь. И я приняла эту разницу, это и все. Не стали возникать такие негативные какие-то эмоции по отношению к близким. Харе Кришна. Харе Кришна, Your Holiness. Am I understand correctly that, for example, when I had some negative feelings for my parents, for example, I just realized that they have their own, just they can do their own mistakes on, just have, or they can have their own negative nature or something else. So they have the right to be what they are. And when I thought like this, I understood that there's much less problems in my life. Yes, like I think that. You're right, yeah. Да, все верно. They have their own way, you know, you cannot expect to control them. То есть люди идут своим путем, и вы не можете ожидать того, что вы будете их контролировать. Take care of your own self, make your own self perfect. Просто заботьтесь о себе, заботьтесь о своем совершенстве. Don't worry about others. Better you try to take care of yourself. Будьте просто
заботьтесь о самом себе. Mm-hmm. Мои поклоны и почтения Махараджу. Please accept my humble obeisances, Your Holiness. Please accept my obeisances. All glories to Prabhupada. И вы тоже мои примите, все слава Шриле Прабхупаде. Okay, have we still got questions? Есть ли еще какие-то вопросы? Okay. Есть благодарность. Спасибо большое. Thank you very much for your just answers for your lecture. Okay, thank you all. Have a nice day for Jagannath Mishra's feast. I hope you have a nice offering to Lord Chaitanya Mahaprabhu and enjoy the prasadam offered to Lord Chaitanya. И я всем вам желаю очень хорошо отметить этот день, провести праздник Джаганатха Мишры и предложить Господу замечательный пир. Вот, всем хорошего дня. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai. And thank you, Tatyana. Jai. Well, thank you very much. Thank all the devotees. Hare Krishna. Hope to see you all next week. Please stay healthy and happy. И я хочу поблагодарить всех преданных за то, что вы приняли участие в нашей лекции. Пожалуйста, берегите себя, берегите свое здоровье. И всех вас, надеюсь, увидеть на следующей неделе. Шрила Прабхупад ки джай. Гор Бхакта Вринда ки джай. Джай.